Односельчане жаловались на Розу, говорили, что она обманывает людей и занимается колдовством. Позже выяснилось, что это замечали и родственники. Муса решил разобраться, чем промышляет женщина, и пришел к ней домой. Муса ночью пробрался в дом, чтобы проследить, чем она занимается и откуда взялись все эти странные женщины. Троюродный брат Розы рассказывает, что женщина издевалась над своей матерью. Та жаловалась, что Роза регулярно бьет ее. А однажды мужчина стал очевидцем страшной картины. Адамель Журкаев проводит профилактическую беседу. Он считает, что такое поведение не подобает мусульманину. Это не первая встреча Ясима с Адамом Эль-Журкаевым. 2 года назад с ней уже беседовали. Тогда, как и сейчас, она обманывала людей, делала вид, что предсказывает будущее с помощью камней. Цены с тех пор также не поменялись. 1000 рублей за сеанс. Выявить эту колдунью удалось с помощью батальона «Юг» и УВД по городу Грозный. Последний раз я вот что-то хилил, да, типа.
Ахмед обращался к лжецелителю за помощью. Тот обещал вылечить больного родственника. Естественно, шарлатан не смог ничего сделать. Мужчина говорит, что жалеет о случившемся. А это уже следующий герой, житель Урус-Мартана Адам Автаев. Мужчина занимался омовением умерших. Эта работа с точки зрения религии очень богоугодна, но вместо того, чтобы брать с этого пользу, мужчина продал перчатки, которыми проводил омовение. Они должны были помочь в суде, но что-то пошло не так. Адам Эль-Журкаев объясняет, к каким последствиям такие действия могут привести. Пытаясь наставить Автаева на верный путь, богослов напомнил, что сейчас священный месяц Рамадан. Самое время, чтобы покаяться перед Богом.